Как известно, накануне Актюбинская область вошла в красную зону по темпам распространения коронавирусной инфекции. Наблюдается ощутимый ежедневный прирост заболевших. Так, только за последние сутки выявлено 323 новых случая. Из них 197 с симптомами в Актюбе и 7 районах области. В общей сложности с начала пандемии в регионе зарегистрировано свыше 35 500 инфицированных COVID-19. 97,5% из них вылечились. В настоящее время на домашнем карантине находится 1218 человек. За всеми проводится медицинское наблюдение.